В долгосрочную целевую программу Орловской области обеспечением жильем молодых семей внесены изменения. Они вступят в силу с 1 января 2014 года. Теперь первоочередное право получения выплаты по программе будет предоставлено многодетным, воспитывающим ребенка-инвалида и неполным семьям. В обязательном перечне документов, необходимых для участия в программе, появятся справки о доходах, банковские документы, оценочные справки на имущество. Напомним, что для участия в программе молодым семьям необходимы средства для частичной оплаты стоимости приобретаемого жилья. Предоставление документов, подтверждающих наличие этих средств, также стало обязательным. Таким доходом, кстати, может быть материнский капитал. Участником программы была и может стать молодая семья, в которой возраст каждого из супругов не превышает 35 лет. Для тех же участников программы, кто перерос эту планку, в областном бюджете запланировано выделение дополнительных средств.